Всем привет, с вами сервис-центр GSM Moscow. Если на вашем iPhone 6 не работают кнопки громкости, либо кнопка беззвучного режима, то в 80% случаев проблема в шлифе, и его необходимо просто заменить. Но также проблема может быть в разъеме на печатной плате, то есть не передается сигнал от кнопок на печатную плату. Если у вас есть вопросы, пишите, либо звоните. Всем пока.